Всем привет, друзья! С вами Робзи. Сегодня поиграем в новый режим под названием Treasure Quest. Если вы хоть раз играли в Dungeon Quest, то вы заметили схожесть этих игр. Единственная разница, что в этой игре просто обалденная графика. Мне она очень сильно понравилась, и я приготовил для вас уже несколько сюрпризов. Во-первых, это бесплатный код, а также бесплатные мечи. Но, как всегда, вначале нужно пройти челлендж и за 5 секунд поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик. Время пошло. Раз, два, три, четыре, пять. Успел, подписался, лайк поставил. Красавчик, и не забудь проверить кнопку подписаться. Если она у тебя красная, нажми на нее и сделай ее серой. Итак, мы с вами начинаем. Во-первых, это бесплатный кодик. Заходим вот сюда, и код называется релиз. Я не знаю, что он дает и как он дает. Дает там 250 бесплатного золота. Я рассказываю, я уже прошел обучение. В начале игры вам предлагают пройти обучение. Можете проходить его, можете не проходить, это ваше дело. Я прошел, я немножко уже разбираюсь. Здесь мы получаем каждые 24 часа немного бонусной халявы. Я получил золото, я получил какой-то посох магический, вот такой вот. Хотя нам дает его, в принципе, то же самое. И смотрите, как получить вот такой вот меч. Просто обалденный. Нужно вступить в группу разработчика. И все, здесь написано, я ссылочку на группу оставлю. И теперь расскажу, как получить еще один бесплатный меч, друзья. Нам по квесту нужно найти, видите, написано, найдите спрятанный лава блейд в городе. Я знаю, где находится. Капец, сколько людей зашло в эту игру, это просто жесть. Показываю. В общем, вы идете на противоположную сторону этого города, вот сюда через речку. Бегать быстро здесь нельзя. Но ничего страшного, вот смотрите, вот этот домик, мы идем прямо к нему, и там такое секретное место. Я на самом деле очень долго искал этот меч, просто я хотел начать видосик именно с этого и показать вам просто на халяву. Если вы не хотите вступать в группу разработчика, это ваше дело, вы можете просто подойти вот сюда, и вот этот вот кустик, смотрите, спускаетесь в этот кустик и оказываетесь в вот таком секретном местечке и забираете себе бесплатный лава блейд. Это просто офигенно. Но смотрите, здесь у каждого меча свой скилл. Смотрите, допустим, если я одену просто обычный деревянный меч, у меня будет вот такой вот вихрь, видите? То есть это нам нужно для сражений с мобами. Дальше, если я одену вот этот меч, который дается нам за вступление в группу разработчика, вы получаете вот такую волну просто офигевшую. И если мы с вами одеваем лава блейд, я не знаю, что получаем. Здесь у нас 5 урона, получается этот сильнее. Но здесь, я так понимаю, рандом. Итак, одеваем 5, и у нас у этого меча тоже вот такой вот офигеть лавовый вихрь. Но я, наверное, предпочту все-таки 7 урона. Итак, что мы взяли? Мы взяли с вами вот такой вот меч. Но у нас здесь в городе что? Как всегда, у нас получается дейли бесплатные монеты. Здесь у нас продавать лишние вещи, которые у нас будут. Здесь у нас магазинчик с такими себе слабенькими вещами. Можно покупать себе, если вам ничего не выпадает, можете себе покупать гемстон какой-то. Я не знаю, зачем гемстон, но по идее он нам нужен. Так, здесь у нас получается шлем, двойные мечи. У нас донатик здесь, ребята, есть. Двойные мечи стоят у нас сколько? До свидания, донатить мы ничего не будем. Здесь можно купить коины за донатик. Я тоже покупать их не буду пока что. Если наберется, давайте хотя бы 10 тысяч лайков, я буду делать продолжение. Прокачаюсь, и мы хорошенечко здесь задонатим. Также есть бусты у нас. Это за робокс, я так понимаю. Эффекты у нас бесполезные. Дальше, 10% фора эффекта какой-то. Дэмаг, плюс 50% дэмага на 1 час. Дальше, хп, золото, экспе и лак. И здесь у нас апгрейды, друзья. Можно апгрейдживать, допустим, этот меч. Можно сделать плюс 3 стрэнджа за 1100 золота. Но, друзья, давайте сами начнем. Нажимаем play и создаем, друзья, комнатку. Здесь можно сделать easy. Это у нас дальше с 10 уровня. Здесь easy, medium, hard, демон. Капец. Я беру себе изи и сразу стартую. Я хочу сам сходить. У меня 6 левел. Немножко сейчас прокачаемся. Посмотрим, насколько хорошо я затащу эту каточку. Фух, потому что я только пока что проходил обучение. В настоящем бою я еще не участвовал. Посмотрим, справлюсь я или нет. Итак, мы с вами показались в таком вот местечке. Довольно странном. И нажимаем старт. Итак, у нас, смотрите, все как красиво. 20 мобов. У меня 6 хпшек. У мобов по 57 хп. Офигеть! А как их убивать-то? Я сам не... А я что, сам смогу справиться? У меня 6 уровень. О, это жесть! А как с ними справляться-то? Обалдеть, ребята! Это просто жесткая тема. А как их убивать-то? У меня 60 хп. Я сейчас умру с таким... Я так умру, ребят! Я же выбрал изи. Это изи, что ли, по-вашему? Это, по-вашему, изи? Вы что, обалдели, что ли? Как это... Может, нужно пати было собирать, ребята? Нужно было собирать пати просто... Все сразу стало понятно. Итак, мы сами вроде бы не умерли.
Но и не... Капец нас ставит на лупасе. Итак, здесь у нас огромная туча мобов, лестница. Давайте проходить дальше. ХП у нас не регенится. Так. Как бы их так собрать? А я могу их... Вот, во-во-во-во-во-во, смотри. Оп-оп-оп-оп, понеслась. Так, я держу их на расстоянии. Если я умру, что будет, если я сейчас просто скукожусь? Так, у меня 16 хп. У меня 12 хп. Так, убили обезьяну, 10 хп. Регенится чем-то, я не знаю. Так, давай. Оп-о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 п. Обезьяны ко мне. Гориллы, вернее. Они меня сейчас завалят. Надеюсь, я останусь жив. И что происходит? Я умер, и квест закончился. Нет, я вернулся, отлично, проходим дальше. А, у меня 6 жизней всего есть, то есть на данжен у меня 6 жизней. Я понял, но мне получается сложновато, мне нужно собирать пати и с какими-то ребятами, скорее всего, это все проходить. Я здесь просто первый раз вот зашел в данж и офигеваю. Да, на этом, скажем так, на обучении было все намного проще. Я понял, да, легкого нам пути не ждать, значит, я собираю себе сундучок. Что-то получаю снова монетки и наваливаем босяру просто. Пам-пам-пам-пам-пам. Воу-воу-воу, это лавовый какой-то черт у нас. Офигеть. Какой он быстрый. А как его убивать? 84 хп. Так, этих я развалил. Хорош. Главное, получается, не стоять на месте, иначе он будет нам просто напихивать. Вот так. Так, половину сняли. Надо чуть ближе подпустить его. Так, хорошо. Ближе не подпускаем. 70... А, понемножку пробивает. Так, давайте... Вот так вот сократим дистанцию. О, убил этих. И последний чувак остался. Да умирай ты уже. Все, развалили. Что это за чертовщина какая-то такая-то? Так, аккуратно хпшечку выбили. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, пошел за хпшкой называется. Получил от босса пару тычек. Так, нужно еще 2 обезьяны забрать. Нужно еще... 3 обезьяны здесь у нас осталось. Так, давай. Скиллочек прожали, 68 хп. Аккуратненько их уводим потихонечку, вот так вот развалим. Так, еще одна хпшка. Так, босс у нас застрял. Могу его на... Ой-ой-ой-ой, не застрял. Я пошутил, босяра. Я думаю, что в принципе с такими боссами можно справляться. Просто нужно, главное, их кайтить аккуратно. Воу, фига он рванул. Он взорвался, видали, сколько хп мне снял. У меня осталось всего лишь 9 хп. Офигеть, а как с ними-то справляться? Вы с ума сошли, что ли? Как проходить-то этих боссов? А может, здесь можно подхилиться на вот этом огоньке? Нет, никак не хилиться. Это жесть. Так, здесь кто такие? Кто такие? Я вас не звал, идите нафиг. Это бегемоты. Это какие-то бегемоты. Идите в баню отсюда. Как мне теперь выхилиться? У меня всего лишь 9 хп. Я не хочу. Офигеть, они быстро. Эй, бегемот, ты что, обалдел, что ли? А я могу через дверь его вот так вот фигачить? Вот так. Могу через дверь фига. Вот, слушайте, тактика. Изи тактика, то есть агрим бегемотов. Агрим вот так вот толпу бегемотов. Вот так. Они нас нападают, мы отходим вот сюда. И становимся вот здесь. Да? Все, изи тактика. Все, я раскусил их, как нужно фармить. Смотри, у меня 3 хп, но я их фармлю. Я не умираю, я спокойно стою, их наваливаю. Вот какая тактика, ребят. Вы поняли? Так, смотри, сразу плюс 30 хп. Хорош. У нас здесь какие-то орки. Мне нужно, наверное, всех их сагрить, что ли. Давайте мы вот этих вот друзей наших сагрим. Так, дальше мы сейчас сагрим бегемотов. И мы сагрим с вами пещерных людей. Я хочу всех сагрить. Я хочу максимально всех сагрить, собрать их вниз и пойти вон туда за стенку. Блин, мне бы скорость бега. Я как раз таки оторвался буквально на эту долю секунды. Хорош, смотри, я всех. Я просто собрал банду ребят и теперь их выношу. Они не могут пролезть ко мне. Вот это изи тема, ребята. Я нашел просто топовую тактику, как фармить здесь можно и боссов, и мобов, и все остальное. Так, этих ребят мы сами развалили. В принципе, даже очень-очень легко. Так, все, орки последние добиваем. Одного осталось добить, и все, удар есть. Еще 23 моба. Вы что, серьезно? Сколько нужно всего их здесь будет убивать? Это какая-то жесть. Фух, 43 хп, 5 жизней. Но мы еще сами не дошли до последнего босса. Давай, погнали. Так, у нас снова, видите, стена здесь. То есть мы с вами можем сейчас сагрить опять всю комнату и зайти сюда. Так, я понял тактику. Нужно собирать всю комнату. Где-то хорошенько их поводить, чтобы они за вами побегали. Где-то немножко отстали. И потом... Офигеть, какой-то босяра. Так, смотри. А, надеюсь, босс этот меня не убьет с одной тычки. Ой-о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 й. Так. Смотри, что мы сделали. Босс у нас остался там, и он меня наваливает с большого расстояния. Не-не-не-не, с этим боссом так... С этим боссом так не прокатывает.
Капец, он больно бьет. Ну ладно, у меня жизни еще есть, он по одному хп сносит. Не страшно, если бы его мобы на меня напали, это было бы намного хуже. Так, орка, в принципе, мы развалили. Остался этот дурацкий босс, который просто меня финтючит. Сколько можно? Сколько можно меня бить по одному хп? Ты что, обалдел, что ли? Гад ты этакий, он меня сейчас завалит. 9 хп осталось. Как с ним справиться? Так, я сейчас умираю, ребят. Я умираю, хотя нет, я подобрал хпшки. Еще одна хпшка валяется. Я почти с ним справился. Отбираем хпшку, 25 хп. Давай. Вольтаж какой-то дурацкий. Какой-то электрический типуля. Давай, хпшку выдай хотя бы. Понимаешь, я столько потратил жизни, что это просто жесть. Фух. Но я справился. Ребята, снова я справился, я пережил этот момент. Погнали дальше. Здесь у нас, в принципе, это должно быть просто. Собираем вот эту банду. Собираем всех этих ребят. Собираем вот этих гипопотошек. Как-то нужно их вот так замансить. Вот так вот. Ну, одного. Но я сейчас умираю, да. Я сейчас умираю от него, хотя нет. Во-во-во, я понял. Я сейчас его вот так вот попытаюсь. Все-таки завалил меня. Вот подлец. Вот ты, бегемот, подлец. Итак, у меня есть хпшки. Где этот у нас подлец? Он уже на меня пошел, понимаете? Они все так и стоят. Так, у нас с вами 4 хп. Ну, давайте, бегемоты. У меня 98 хп, я полон сил. Я полон сил энергии, я готов раз разваливать. Просто разваливать вам кабины туда-сюда, направо и налево. У меня уже какой? У меня уже 8 левел. Хорош, справился. Так, хпшки там есть? Да, хпшки есть, но я их подбирать пока что не буду. Так, давайте мы сами забираем вот эту штуку. Сколько нам еще осталось боссов? Так, давайте мы загрели этого. А бегемота, ты пойдешь за мной? Мото-бегемота. Все, хпшку оставляем, погнали отсюда. Погнали за стенку. Сейчас мы этих рассечем потихоньку. Как бы я сейчас хотел прокачать себе урон на пушке прямо во время данжа. Это было бы очень круто. Так, давайте я, наверное, скиллочка вот так вот. Оп, и еще один удар. И что дальше? Опача, ребята. А это что такое? Босяра, 1029 хп. Так, побежал. Где он? Воу, какое расстояние? Ты что, с ума сошел, босяра? Я еще не подошел даже к тебе. А как с ним справляться? Ребята? Как его выносить? Ладно. Сейчас разберемся. Он уже начал меня валить. Давай я тебе вот так вот с прокастика. Давай, надо, чтобы ближе подошел. Так, 98 хп. Пока он мне ничего не нанес. Можно по кругу. Сколько он мне бьет? По 2 урона. Мне кажется, я с ним справлюсь, ребят. Смотрите, я его просто разваливаю. Я ему больше снес, чем он мне. Смотри, что делаем. А если я его поставлю вдоль стенки? Смотри, что будет. Мы сейчас с вами отведем его за колонну. Вот так вот. Возьмем расстояние с вами. Теперь давай за мной. Смотри, что делаем. Мы сами вот так вот ставим его. Правда, здесь будут попадать эти скиллы по мне постоянно. Ну да, и он не хочет идти. Ах ты ж гад, ты застрял, да, бедняга? Ну-ка иди сюда. Давай, упирайся в стенку. Сейчас мы тебя будем вот так вот разматывать. Так, 74. Посмотрим, попадает он по мне. А, он мне попадает даже через стенку. Ах ты ж гадина. Ладно, не прокатывает такая тема. Развалил, значит, вот так вот на ходу. 68 хп, в принципе, можно даже немножко замедлиться. Вот так вот немножко подзамедляемся. Бегает он быстро, но не быстрее меня. Или может быть быстрее. Ну, слушайте, мне приходится даже притормаживать. Вот это мне попал. Конечно, его скилл красный лучше бы по вам не попадал, потому что бьет он очень много. Короче, нужно скиллами набрасывать его и бегать по кругу, вот так вот. Я когда думаю, мало останется хп, я буду от него мансовать. Пока что я буду с ним вот сражаться прям в упор. Смотри, что делаю. Я просто прыгаю по кругу и наваливаю горилки. Получай, горилка, по мордасам. Получай. Давай. Есть. 394 хп. Слушайте, а это офигенный данж. Я забыл сказать, что мне намного больше нравится эта игра, чем Dungeon Quest. Хотя это, можно с одной стороны сказать, что это плагиат якобы, но он улучшенный. То есть взяли за идею Dungeon Quest, назвали Treasure Quest и, в принципе, переработали графику и сделали все очень красиво и, в принципе, с умом. Здесь довольно-таки крутые боссы, прохождение вообще интересное. Тихо, 22 хп. 22 хп, нужно немного помансовать. Так, 150 у него, у меня 16. В принципе, я неплохо справляюсь. Смотри, я сейчас дал ему прокастик небольшой. Еще рубанул разочек. Еще пару раз рубанул. Сейчас мы еще... Оп, смотри. Горилка. Ну что, один на один, ребята, прошел данж. Просто прошел один на один данж. 42 хп у нашей горилки осталось. У меня 16. И у меня еще 4 хп с дополнительных, ребята. Если все осторожно делать, то, в принципе, можно справиться.
Получи, горилла. Готово, ребята, мы справились. Фух, в соло, в одиночку. Затащил, ребята, данжик. Я не знаю, это круто или нет, но я думаю, если бы у меня был намного лучше меч, я бы намного лучше затащил. Так у меня, ну как вышло, так выше. Собираем сундуки, получаем кучу золотишка. У нас открывается телепортация. Мы с вами отправляемся обратно в начальную локацию. Нам должны дать какой-то приз, по идее, потому что сейчас нам пока что никакого приза не дали. Итак, заканчиваем наш поход. Что нам дают? Что нам дают сейчас? Итак, у нас загрузочка идет, и мы с вами получаем что-то интересное или не получаем. Аметист шард, Веном Стинг, 94 зо... Воу, красота, что это мы получили, аметист шард, эквип. А, мы можем с вами использовать магию. Это хилочка. Ага, то есть у нас реально мы можем быть хилерами. Я понял, Так, это у нас... 8 урона, круто, круто, 8 урона, ребята, у этой копьишки, смотри. А какой скилл? F, а что такое F? Что у нас? Какой-то огненный, какой-то фиговина какая-то. Какой-то огненный феникс или что это такое? Погодите-ка. Так, апгрейд одно оружие, подождите, огненный феникс. Офигеть, смотри, какой я стал офигенно! Короче, да, нам прибавляется, короче, куча всего. Скорее всего, мы становимся сильнее. Жалко, нет описания скиллов. Смотри, какой я стал. Ха, у меня 200 хп стало, ребята. Это на боссов просто идеальная тема. Конечно, можно еще апгрейдить что-то, допустим, за 1400 плюс 2 стрэнджа. Но я, наверное, пока это делать не буду, потому что мне нравится вот эта вот пушечка. Здесь у нее дальняя атака. Но это мы сделаем в следующей серии. На сегодня заканчиваем. Ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!